Да. Если что, сразу скажу, я не гарантирую, что я смогу У меня нет, есть... я просто к тому, что не пытайтесь огребать, хорошо? Да я вообще... Да, я есть такое, гарантировать не могу. Постоянно. Я могу... У нас дамагеров не будет такой мех. Он... Всё, я приготовился. Не, она нужна тут. Да ладно. У меня же бабра есть целым пончиком. Да, сейчас. Кушать. Ого, кушать. У меня 18 колбочек этого морозного масла откуда-то. Как раз. У меня их 69. Зачем столько? Я как раз котлетки, короче, поджарил себе на это дело. Мне их 60. Там. Правда, на защиту от первого у меня нету ничего. 80 на 200. А зачем? Надо? Сейчас посмотрим. У нас первый резист идет от этого. От гидрорезонанса? Да, от резонанса. Не, у меня только от мороза защита есть. А еще мы жирные, потому что у нас гидрорезонанс. Ага. Мы толстые. Деф можно было еще схавать. Да пофиг. У меня есть... Ой, у нас есть хил. Я понял. Им относительно похуй на мои 3000. Пол хп просто в никуда. Да. Что я не гарантирую. Порвали. Ну, да. Рип. Я вам что-то не хилю, Даша. И попа у меня нет. Ладно, надо было Барбару, блять, брать. Окей. Ебать. А где медуза? А вот. Я постою. Да сейчас через 2 минуты эта хуйня еще в инрейдж впадет, блять, в рандомный. Блин, а че толстые эти колбы такие? Да, я тебе про это говорил. Они дохуя толстые, их нужно бить последовательными атаками гидроперсов. Угу. Ну ладно, у нас 2 гидро. Оп, кому-то. Пиздец кому-то. Чуть-чуть, сука. А их еще больше стало. Ты прикинь. Тут как минимум 2 гидры надо. Добили. Соляру это было боль бить. Да, мне кажется, все сложно. Ей. 2 минуты 4 секунды. Да, урон хороший был. Угу. Взорвет нахуй. Ну, мы хорошо. Ну, я мансил, потому что я не успевал банально разбить эти призмы. Как. Ну понятно, много их там. И толстый. Ебать. Вместе их легче. В итоге он у меня бафнулся один раз. Я его за 3 минуты завалил. Mm.
А там, короче, у Пирокуба огромная уешка почти на всю карту, короче, и больше. Да, я поняла. Я там выживал, потому чисто переключаюсь на Какоми. Гидра. Я могу оставаться так? Да? Ну да. А вот Тарталья, да. Ага, Фис Тарталии. Ну, Электрик еще может, наверное, да, зайти. Анема. Да, он. Возьми пиро. Возьми пиро что-нибудь. Или еще что-нибудь. Я могу Дилюка взять еще. Окей. Я Тао, короче, возьму. Сейчас, конечно, думаете, но мы сейчас идем на нормал, нет? А, ну да. На Райден с Шогун пойду. Банкай показывать. Окей. Можно не играть, уверена, ребят. Даша, что мы тебе нужны. Давайте просто постоим резонанс и зальем там какой-нибудь. Дрюка, такой взгляд, такой, блять, не трогайте меня. Так ты переодень, если что-то. Мы же можем все. Так и переставь, чё. Ну, подождём. А глобли есть. Статы же у тебя хорошие, так что какая разница. Ого, какие толстые кубы. Кто? Кто-то умер? Ой, я сейчас вот... Да. Я поверил свой щит. Он уточку потрогал. Ой, хитпотати. Ну ладно, все равно энергию восстанавливать, да? Да. Можно не париться и каждый раз лутовать. Ой, да сейчас их надо свести просто. Залить они от поскорее восстановления энергии, потому что те парни. Но я уже все, я готова. А теперь их надо свести и залить. А, ой, блин. Может... Ладно, давайте их по очереди. Ладно, я пойду колпать того. Да блин! Почему он не морозится? А потому что у Аяки слабая крила. Не, вот сейчас морозится. Мне кажется, мне Райден его разморозил. Не, я пошел. Не, я пошел бить в этого второго, который не заморожен. Ну да, и я отдалилась от тебя, и теперь мне ничего не мешает. Возможно, ешка моя срабатывала. Да, да. Теперь он заморозился. Вот, я его почти добил. Все. И мы просто... Пока Яка там в соло разгребается, вот, мы теперь такие теперь он не с ковыряем. За Райден. Фокус, это Райден. Опять свои палки в колеса. Главное, что сердце это... Точнее, глаз бога не забирает. Том, спасибо. Да, только палки. У меня вилка. Не трогайте меня. Никакой брони. Райден, шотган. Игзо?
Сейчас, вот сейчас. Просто бей ебало. Просто бей, короче. А, еще, если хотите подхилиться, вот. Я похилился. Блять. Можно пиздить хилки его. Да, да, да. Вот это говно надо убить. Даже стыдный фильм спиздили. Эй. Упал. Хе. Оба, блять. А я стою, смотрю, что это врлит. Бурбуляторы. Капли, капли. И сзади. О, это ачивка. Какая-то ачивка. Да. Я тоже. Ага. Я тоже такой проходил его, такой, о, ачивка. А чё за ачивка? Не знаю. А, это уже вторая ачивка. Это новая, новая кооперативная. А, кооп. Мы вместе убили гидроку. И... Еще 10. А, блин, я отменил. Эксперт уже, да? Нет, это же бесстрашный, нет? А, эксперт это второй. Чем хочешь, Айди? А у меня нет хутау, я бы взяла. Поменяй. Не готова. Ладно, я тогда тоже не буду есть. У меня было лень. Здорово, друг. Блин. Ну ладно, уже. Да, это проблема этого куба. Да я знаю. Но все равно чуть-чуть его задело. У меня в глазах рябит, я нихуя не вижу, куда бить. Да с моим нормально вроде все, я вижу, что бить. А тут просто 4 таргета, просто ебут один кубик, и нихуя не видно вообще. Я просто за автотаргетом, короче. Я выпустил. Ау! Да. Тебя как муху шляпнули. Она плюется. Шмашник. А, вот теперь эксперт. Бесстрашный. Мне послышалось кексперт. Так, а, точно, да. Кексперт. Я думал, ты оговорилась, типа.
Эксперт, потому что легче, чем бесстрашие. О, прикольно, он ему резонанс. На всякий случай. А ты пользуешься этой штукой? Допускаю. Так, где еда? А я уже пожрала. Блять, ну ладно. Ого, какой он толстый. Ой, а чё это? Что с лицом? Мне нормально. Брат, хиль меня. А, блядь. Рома просто ему в ебучку там сходу, блядь. Не так просил хилку, Рома. Меня волнует, что он такой жирный. Иза. Ну да. Сколько ж раз мы его так будем? Ещё долго вообще. Курва пердоля. Напомните, у него живой бомбы нет, вот этой, когда он как гипос... ну, как вот та вот гидрогнида. Он только кастует всякие дожди, вот, ну, всякие дельфины, да. Вот дельфины. Ой, я даже не стала ульту чекать. Я подожду подольше. У него даже выйти нельзя. Форточку, блин. Вот, сейчас, наверное, побольше будет. Блять, я не хочу плавать. Почему он двоих поймал сразу? Ой, а меня дельфин стук. Давай! Меня ваншот не дельфин. Ладно, сейчас я его скрестил. Звучало как угроза. Я ведь его... я уворачиваюсь, он все равно меня достает. Шлеп кого-то по жопе. Я в эту ротацию уже не воткнул свой ульту. Вообще не было. Так сказать, пропускаем. О. Ты чё? О, поехали. Да ёп! Я только запустил ульту и он ушел. Спасибо, брат. Ты такой хороший хил. И мы опять тебя пиздим. Да, так они хиляют же. Там хилку можно пиздить, но мы можем просто не увидеть в этой всей дискотеке. Аква-дискотеке, ну, блять. Да. Вот эти дельфины опасны, конечно. Ой, да блин, а... почему я опять? Он опять меня ваншот. Ну я такой не выкинул. Ну понятно. 20 тысяч я видел, там шлеп и нету. Чего он так меня метит? Блин, что я сделал? Ты? Ты? Да, ой. Опять? Хуяк. Блин, он опять меня... Да. Че за хрень? Так у него уже пятый левел. Че, блин? Его пятый левел вариация уже. Может, щиток? Я могу и этого деда бить. Это хорошо, мы его можем долго бить. Хорошо, хорошо, бей его. Он долго стоит в этой фазе. Жаль, у меня ульты нет, блин. У меня... Чё это было? А, опять дельфины сраные, блин.
Я успела его ешь. О. Я чуть чтобы они вымерли. Я его не вижу, честно говоря. А, да вот он. Я боюсь подходить. Где брат с хилками? Блять, не надо. Да блин, он ломится мимо. Не а, надо, хил вродился, блин. А, на другом конце арены, ну конечно. Он хочет так. Блять. Ой. Ты его, смотрите, я его почикал. Блин, и меня почикала. Тоже. Девятый урон. Ну тут дельфинов много, да. Бля, я вот я не вижу, чтоб я наносил Яшке урон. А ты записываешь? А, да. Записи. Я опять, я все. Если что, у нас не бесконечные воскрешения. Да я знаю, блин. Ну мы почти закончим. Может мы дотянем. Бля. Я его просто отбрасывать буду. Или Крис, стоп, я не могу эту хрень. Я иду, я... Чуваки. Ух, ебаный в рот. 5-6 минут. Я успела резнуться. Ну, да, согласна. Пока что самое тяжелое. Бля. Ну, гидрокуб, он сам по себе довольно мерзкий, я хочу сказать. Самый ой, напряженный. Сейчас увидишь, короче, дендрокуб. Скажешь, ну, короче, так... что гидрокуб, кстати, это лапочка по сравнению. Что, мне брать на хиду или нет? Ну, у меня от меня не будет толку, я буду просто красивая. Ну, баф, как давайте. В любом случае, надо брать. Да. Хорошо. Нет, почему? Тут Калей лучше зайдет или Тайнани на самом деле. Ну, у меня есть 90-я Калей есть, да. Могу ее взять. Да. Только у меня она без... В чем соль, короче? В том, что можно быстро этих... можно... Скажите мне, какой сет надеть? Черный или зеленый на нее? Все ли равно, мы Дендра не будем дамажить. А-а-а. Нет, ты можешь дать физ-сет. Плюс автоатак бить. И электрик обязательно, скорее всего, я. Физ-сет? Бледногой? Чтобы убить Дендрокуб, нужно заряжать его, короче, с помощью шишек. А шишки активируются через дендро, потом электричество. Магера, скорее всего. Но я взял Райден, чтобы... Или знаю, как... Нет, почему? Львов да Магера просто возьми и все. Угу. О. Дендра есть, электро есть, все окей. Бери любого. Я вот думаю, брать Бэйни или не брать. С одной стороны, я смогу разбивать его куб, с другой стороны, я вас буду поджигать. А. Получается... Мне разницы нет. Ну все, у меня будет физическая колей. Ну, правда, у нее атака 6 уровня. С руки ничего. Какая разница? В общем, для чего, ну и почему именно стрелок тендер? Потому что эти шишки надо как можно быстрее активировать. Ну, на хида будет проще в этом случае, но тогда от нее вообще дамага не будет сходить. Нет, на хида быстрее не будет, потому что шишки у шишек большой ранж, ей надо добежать.
ну да, у нее атака-то маленькая. Я пока фармил на хида, спокойно справлялась. К тому же я могу просто кинуть ульту и побежать к другу. Я штамп сейчас на нормале. Ну да, как раз получилось. Да блять, перестаньте отпрыгивать. Да ебать вы, блять, ч такие картонные? Блять, где тебя носит, козлина? Вот он. О, бей шишки, бей. Алло, во. Зачем? Не, ты не бей, ты не бей, не надо. А, ой! Там перестаньте их сжигать, вы чё? Огнём не надо, да. А пока забей на шишки-то. Они хилят. Ну да, я с руки хоть какой-то... К тому же на эксперте этот. Они начнут этот, гаснуть. Да? Ой, блин, да, наверное, урон будет сильный. О, мне ачивку дали за сожжение такое. Ну поэтому я взял пиво. Ага. Нет, сейчас это... Я ультану, да? Да. Не, я уже зарядил их. Да просто, чтоб он быстрее этого. Не, они все они уже с тобой все заряжены, то есть остается мне только побегать и потыкать электро. Да, кстати, они очень далеко расположены, в мире они ближе. Ну возьми. Сейчас же не максимальный уровень сложности. Я тогда возьму какой-нибудь делюк. Какую-нибудь день. Мне нравится. Не виноват, что у меня большинство МНДД это вайфу. И делюк. В какой-то степени вайфу, да? Бля, он в мастерство или в атаку? По-моему, в атаку. Это последний уже или еще нет? Нет. Ага, то я хотела на физический урон еду съесть. Ну типа, ух. Сейчас бесполезно их бить. Он когда упадет в свою стадию, он этот...
как объяснить. Ну да, сейчас, наверное, его надо. Он погасит все. Блять. Я привык, что у них рота, ну, маленькие окна и такой, но проебал ротацию, окей. Мне нужно сейчас пира ебануть. Да, вот так. Да и блять. Вот и все вроде. Блин, делюк. Все. Не стойте там, мутанье, хорошо? Ой, зачем я упал? Просто. Ну ладно. Да я же ударил по тебе, пира. Удива. Блять. Да пидорас. Я тебя поджог. Не должен был это делать. Все, теперь ваша работа. Бить дендра, потом электро по шишкам. Да. Ну вот, видишь, Аня зажгла. Все, я уже зажгла все, да. Ой, а что так? Да, что ты должна шишки. Даша, шишки. Шишки надо. Да, шишки надо. Да, вот. Блин, так активировать надо. Не, ну я их уже активировала, мне надо купить. Я даже Даша тоже должна их активировать, все три. А, ну да. Блин, он сейчас. Мы успеем? Нормально, он с двух заряжается неплохо. По крайней мере, сейчас. После он... Последний, наверное, медленнее будет. Вам надо парочкой бегать. Аня зажгла, Даша подогрела. А, ну, норм тогда, я тогда возьму. Нужен пира. Чтоб он... Кукан его сбивать. Ну, мне нормально. Нельзя брать ББ на тахилом, потому что просто будем все гореть. Нон-стоп. А, люди, видимо, брали Беннета, и у них горел очаг. Прекрасно будет лававолкером, он же гореть будет от тебя. Там же, ну, реакция горения на нем висеть, пока ты должна будет пойти. Да, не надо. Тебя отлично будет гореть. Он будет гореть, блин. Да, нормально. Надо. А я все равно ем сейчас. У нас киберспорт. Я тоже ем. Все едят.
Преиспользовать. Ой, блин, я случайно одну еду съела, потом другую вспомнила, что это одна. Ладно. Сидишь такая, шата хуйня, шата хуйня. 2800 атаки на джин. Джин клейморщиц. Жаль. Около шишки. Бля, пес. Исхилиться хотел бы эту штуку. А теперь его надо поджечь. Когда он прыгает. О. Это он хилится сейчас? Он хилится? Блин, почему? Он пес ебаный. Простите. На меду не стойте. Я вас не выкину. Я знаю, я просто ротацию проводил. Заварил. Я не выкину, а ваншоты. Говна мешок, вот говна мешок. А, блин, у меня отнимается хп, когда эта хрень. Да. Что-то. Теперь увеличивается. Уши ты. Да ёб, ПРСТ, вы чё, шутите? Он, скорее всего, на неактивированных шишках хилится. Ну, я уже активировала. Да, я покороче хотел хилку нам разлить с помощью этой шишки, и кто-то поджёг. А, блин. Ну да, нам всё равно пиво нужен. Он меня не... он меня ненавидит. Нет, это монстр БДСМщик. А... Блин, довольно противный. Да. Потому что он может хилиться весь. Я разлил. Который... Ну понятно. А, нет, не разлил. Разлил. Центр. Я туда больше не пойду. Блин, а он не дает уйти. Нет, я не хочу умирать. Сначала дендра, потом электричеством. Спасибо. Да. Отлично. Да. Сейчас он опять их тушить будет. Залы сдохнут сразу же, инстантно. Ну это точно. Давайте в соляру я это говно делать. Да уж, в соло тут вообще, наверное, не хило. Хач. Вот
Давай, поджигай, Махмот. Да ничего, ты стой на месте, Даша. Просто стой на месте и уклоняйся. Да? Бля, у меня столько... Ой, гандон. Ты чё такое? Он тут насрал. Ну все, да, вроде, Райден, да? Это не самый лучший вариант. Я стараюсь. Я активация. Ничего тебе не надо делать. Не, наверное, нет, нет, не надо было пира. Не, бля. The right champions. Бля. Почему у него отнимается? Я не могу понять. Потому что не все активированы. А. Бля, энергии не хватает дико. На, может, надо было все-таки Лизу. Блять, какая крыса. Он хилится, наверное, с этих шишек заебучих, которые там раскинул. Да, жестко. Die from cringe. Ну да, да. Последний. Да. В прямом смысле. Мне кажется, три кенки было опасней. Ну, так-то да, по сложности. Да, да, развели, отпиздили. Да, весело. У нас опыт был просто. Кенками это? А шутка в том, что чем сильнее. Ну возможно. Там все было. Подожди, это не диск вселения, это что там с ветром связанное было? Разве нет? Секундомер. По следам ветра. Нет. Ну и чё теперь? Ну тут кое-что в коопе сложнее, кое-что так сложнее. Ну да, но на последний, ну, именно, да. Так что чё тут жаловаться, непонятно. Хейк-шизок! Да. Лауреат еще сам. Да. Скоро будем свою команду регать по Геншину. Да как можно было вообще киберспорт упомянуть в Геншине, который вообще ни разу не киберспорт. Ивенты. Ну, ой, ну так, это чисто же по фану. Чисто свое, да, это даже механика игры не предусматривает. Это не киберспорт, это да. Такое чисто фановое противостояние. А-ля спидраны, типа. Спидраны с костылями. Так, новые события, вот. Ну, да. Вот, легенда.